когда мы успели поверить? Сегодня? Ай, нет. Это раньше. То есть были слезы прям? Истерики. Ладно, а что, уже пишем, да? Да мы не то, что пишем, мы просто общаемся. Это, по сути, беседа. Mm-hmm. Как бы это не то, что интервью. Тут наоборот, это такое легкое. То есть реально были слезы? Да, конечно. Не справилась со своими нервами немножко. А из-за чего? Да там не получалось, нервничала. Но в итоге эти слезы сделали вас сильнее? Я надеюсь. Понимаю, что это не очень красиво. Буду работать над собой, скажем так. То есть вы понимаете, что еще есть над чем работать? Конечно, Юра такие места задевает, что подсказывает, говорит, Марин, не так все. То надо убрать, то. То есть были такие моменты, да, непростые, получается, во время обучения? Да, было непросто. То, что, может быть, то, что без базы, немножко сложновато было. Я думаю, что все-таки пожалела, что базы не было. Вот. Может быть, даже, если база была, то бы больше возьмешь. Юра-то ценные знания дает, но они, когда ты неподготовленный, они не могут, не 100% лягут. Вот. Но у нас здесь, можно сказать, комната плача сегодня. Да вы что? Так что не стесняйтесь. Можно высказать все, что накопилось. Правда. Я понимаю, как вам тяжело было. Каждый день. 2,5 месяца. Юре большое спасибо, скажу я, чтоб пронянчился, можно сказать, со мной. Вот. Сейчас тоже экзамен сдавали, мои ошибки, мои там напутствия, так сказать. Все в точку. Вот. Так, я, кажется, хочу вытереть. Ага. Это. Буду бороться с этими слезами. Буду. Да, еще. Еще надо то, что Юра дал, надо на практике все закрепить, чтобы уже пробелов так особо. Закрыть все пробелы. Вот. Обязательно. Иначе. Нет смысла, приезда моего. Вот. В целом, вы видите смысл, что сюда приехали? Конечно. Встречу уже как бы я могу. Немножко потренируюсь, скорость наберу. Можно уже работать, можно. Даже вот то, что без базы можно, но сложно. Вот девушки, если там парни будут думать, там, то есть лучше какие-то курсы все-таки пройти. И то, что вот, чтобы нравилась работа парикмахера. Вы не пожалели, что сюда поехали? Столько слез? Нет. Профессия у меня, не зря приехала. Буду стричь, как Юра сказал, машинкой он говорит нет, но я и машинкой-то и не умею особо. Говорят, недолго научиться, но буду стараться, чтобы только ножницами. Вот. А вот расскажите, как у вас вообще получилось? Мне просто интересно, вот вы жили спокойно, стригли, да, получается, и чего вот вы решили поехать?
Я даже не стригла. Я просто хотела поменять профессию. Я до этого вообще не стригла. Работала совсем по другой специальности. Просто решила что-то новое освоить. Ну, просто так. Ну, как, не могу сказать. Потому что захотелось что-то новое. Раньше я не стригла. И домашних не стригла. Вот. То есть вообще с нуля получается. То есть вам очень непросто. И, да, я проходила, ну, курс один, правда, он небольшой был. Но это было год назад. Ну, это мало было. Вот. Просто вопрос-то в чем? Очень много школ существует, да, где-то можно там. Вы из какого города? Из Благовещенска. Благовещенск, да? А это далеко отсюда? Сколько ехать? Ну, от Москвы 6500. Ну, от Москвы 6-7 часов лететь. Ничего себе. Так это туда, за Сибирь куда-то? Да. Ну вот у нас Владивосток — это крайняя точка. От Владивостока ближе сюда на день на поезде. Ну, не доезжая, ну, короче, до Владивостока. Так у вас тоже поступок-то такой серьезный. Так, ну это. Ну, не такой он и серьезный, в плане того, что я в Москве работала. Вот я сейчас в Москву приехала, сейчас домой еду, в Благовещенск. Не такой он серьезный. Вот вопрос в чем. Я так понимаю, что обучение не дешевое, и тоже надо решиться, довериться, поехать. Ну, доверилась я. И Юрий доверилась. Ну, потому что вот я походила, там в одну зашла школу, там два денечка побыла, но не учат там. Дают болванку, все, что ты хочешь, и делаешь. Так. Ну, слабые школы, слабых школ очень много. Поэтому. Ну, много. Юрий слышала, что и работы его видела в интернете. Мне понравилось. Мне очень понравилось. И поэтому. Можете себя характеризовать до обучения здесь и сейчас? Ну, просто интересно. Не знаю, не могу. Что-то у вас поменялось внутри? Сильнее надо быть. Ну, не то, что поменялось, выводы сделала для себя. Сильнее, больше ответственности, больше. Если решила поменять профессию, значит, надо больше этому уделять внимание. Подходить к себе жестче, больше требовать от себя. Даже не то, что требовать, а больше тренироваться. Если вот сказано вот это, значит, надо каждый день это делать. То есть такой эмоциональный больше момент, да, подъем получить? Да. Вы жили вместе с ребятами? Вместе? Нет, не получилось. Не получилось. Когда я захотела с ребятами жить, у них там уже места не было. То есть все-таки есть смысл вместе, да? Да. Ну, я считаю, да. Они как-то вот если вместе, ну, они сильно друг другу подсказывают, наверное. Где-то что-то кто-то не понял. Им весь материал пройти дополнительно вместе. Мне кажется, так проще. Скажите, а вам не обидно, что вас тут реветь заставили? Что? Обидно, что заставили вас плакать? Нет. Не обидно? Нет. Другие чувства в связи с этим? То есть обиды нет? Нет, нет. Обиды нет. Ну, может быть, злость, скорее всего, на себя, что так, как нытик там, еще что-то. Нет, никаких обид на ребят, на Юру нет. Нет. На себя только. Ну,
Ну и в дальнейшем сейчас что планируете дальше? Как двигаться, куда идти, какие планы? Ну, да, обязательно надо в дешевую парикмахерскую сначала пойду. Повышать свой уровень, набирать скорость. Вот. Ну, хочу, чтобы стрижка моя была бы хотя бы 1000. Хотя бы 1000. Будете соблюдать весь технологический? Обязательно, обязательно. Ну, не зря же он этот, как... Это же уже все продумано, уже как быстрее, как лучше, как качественнее, это уже все продумано. Ну, наверное, не надо здесь ничего своего придумывать и соображать. Если у Юры такие работы, он в этом процессе работает, значит, неспроста, значит, что-то дает же этот технологический процесс, именно этот, приводит к качеству, скажем так. Я даже вот видео, когда уже смотрела, просто там что-то смотрю, вот эти части, уже другой захват, я такая, блин, ну так же ж неудобно. Уже привыкли к этому, как Юра показывает. Жду, ну как же он так подстрижет? Это же криво будет или еще что-то. Ну какие-то моменты, это так же плохо. Проще же вот так сделать. Ну, как... же... То есть вы видите разницу между тем, как вы пришли на первой неделе, да, и да. Сейчас? Ну да, уже какие-то выводы в видео смотришь, уже выводы делаешь, что ну, ошибки там видишь других мастеров. А вот это задание было, когда вы фотки выбирали, и потом опять сейчас выбирали, да, вроде у вас было? А, да. Ну, у меня там, правда, первое место. Не знаю, я, если честно, от балды. Так просто визуально что-то понравилось, и это. Ну, и в конце тоже плохую работу вроде не выбрала. Если честно, в последней фотке у меня тоже были чисто визуально, как я и забыла про эти плоскости смотреть, просто на образ смотрела. Тоже. Может быть, не совсем я подошла правильно к последнему заданию. Ну, можно сказать, ну как. Ну, уже, да, видишь, это красиво, это не очень. Вот здесь бы вот так сделать. Да. Уже много замечаешь. Мужчины проходят, ты смотришь, ну, здесь мастер макушку завалил. Здесь вот что-то, окантовочка. Где окантовочка? Нету. Уже смотришь. По ближайшим планам я понял, а мечта? Мечта. Как Юра, чтобы и прям нравилась эта работа. Прям мечта. И вот такие же работы, чтобы были. Ну, если очень захотеть. Ну, буду стараться. Конечно, как у Юры, наверняка не получится, но... Буду стараться. Все, спасибо. Мы сейчас отключим микрофон. А, да. Это я сейчас рвану. Вы, кстати, все сказали? Может, что-то добавите? Может, я что-то не сказала? Все сказала. Все сказала. Юре, большое спасибо, что... Извиняюсь за те истерики. Снимите. Снимите. А, я вот понимаю уже, как его снять. Спасибо вам, удачи. Все получилось.